60 лет назад в республике открылись двери Якутского государственного университета, который в первый год работы принял более 1000 студентов. Постепенно расширяясь и образуя новые факультеты, университет приобретал свою значимость и авторитет. Сейчас он носит звание вуза федерального значения и имеет несколько филиалов в республике. О Нерюнгринском расскажет Виктория Харитонова. В 1992 году был открыт филиал ЕГУ в городе Нерюнгри. С развитием Южно-Якутского территориального производственного комплекса необходимы были специалисты технической направленности. Поставщиком таких кадров и стал новый филиал, активно развивающийся в городе Нерюнгри. Сергей Горбунов пришел на работу в градообразующее предприятие холдинговой компании «Якутуголь» в 1992 году. Учеба на технической специальности была нелегкой, но интересной. Производственные практики, курсовые и, конечно же, экзамены. На втором курсе при сдаче высшей математики, да, экзамена, сдал экзамен на 4. Преподаватель сказал, кто не согласен со своей оценкой, может ее исправить. Ну, решил попытать свое счастье. В конечном итоге сдал на 3. Таких высококлассных и перспективных специалистов, как Сергей, на предприятии трудится очень много. Почти каждый второй является выпускником Нерюнгринского филиала. Профессия горного инженера со временем стала еще престижнее. Сегодня на кафедре горного дела обучаются даже девушки. За 24 года филиал выпустил более 4000 специалистов по 16 направлениям, охватывающим технические отрасли нашего района, а также социально значимые гуманитарные профессии. Благодаря появлению филиалов Якутского государственного университета, а ныне Северо-Восточного федерального университета, качество образования выросло за 60 лет в разы, а количество высококлассных специалистов позволило республике обеспечивать различные отрасли кадрами, чье образование учитывает особенности геопромышленности нашей республики. Виктория Харитонова, Дмитрий Горбов, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.